Курские единороссы вернулись из Москвы. Там состоялся Всероссийский съезд партии, на котором собравшиеся единодушно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента страны. Еще одной темой встречи стал вопрос оптимизации партийных проектов. К примеру, два проекта партии «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок» решают, по сути, одну и ту же задачу. Также очевидна необходимость объединения ряда спортивных и культурных проектов. Единороссы подчеркивают, что финансирование при этом должно сохраняться на прежнем уровне. Вместе с тем в партии намерены развивать и новые направления. Причем проект может касаться отдельного субъекта или города. Как вариант, надо, наверное, создавать партийный проект по подготовке к тысячелетию города Курска. Важная тема очень. И без финансов ее трудно будет сопровождать, и без федеральных, и без региональных, и тем более без местных.